Новый мир, в котором нет войн, боли и страданий. Можно ли назвать такое будущее идеальным? Все хорошо? А? Да. Когда больше не осталось воспоминаний, эмоций, а каждый подчиняется строгим законам и следует четкому порядку существования, больше ничего не приходится выбирать. Джонс, тебя избрали нашим следующим принимающим воспоминания. Теперь никто и никогда не совершит ошибку. Старейшины не ошибаются. Я передам тебе все воспоминания, которые храню в себе. Но стоит только кому-то одному узнать, что такое радость. Не могу найти слов, чтобы это описать. Вся безупречность будущего оказывается под угрозой. У тебя есть мужество. Позволь дать тебе сил. Фантастический фильм «Посвященный». Смотрите в четверг в 21:00 на телеканале «Витебск».